28, 29, 30. Хватит. Сейчас самое главное выбрать подходящий рецепт. Блин, стой, 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 не вздумай ее пить, только... Че такое? Ты с ума сошел? Я очень люблю колу. Это же была экспериментальная кола. Да что со мной может случиться? Офигеть. Лёнь, я не буду открывать, понятное дело, что ты не будешь. Тебе вообще на людях нельзя показываться теперь. Что делать? У меня это, шипит все. Иди давай! Да все, 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 я бегу открывать! Кто ж там мог прийти-то? Еще и так не вовремя! Как Леня мог? Ну я же сказал, нельзя было пить, ну! Поставьте лайк, если вы считаете, что Леня никогда меня не слушает. Ага, я почти выбрался. Кто там? Ну все, иду, я открываю, открываю, что? Нубкин? Привет! Я зайду! Нет, 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 ты никуда не зайдешь, стой там! Блин. Что, Нубкин, говори, что тебе нужно? Через дверь, через порог. Что за фигня? Я за Леней! Каким Леней? Стой. У нас это контрольная работа в школе. Экзаменационная. Экзаменационная контрольная? Лень, так, если он не придет, его со школы пнут. Прямо числят? Он что, там? Стой, 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 на, помойся. Ты же любишь мыться? Иди в душ. А, да, обожаю. Опа, молив мой нервный гель. Будь здесь, пожалуйста. Вот такой вот мозг у Лени, я считаю. Сейчас я совсем разберусь. Владус, что делать будем? Сейчас будем пытаться превратить тебя в обычного человека. Ой, случайно на себя надел. Держи, 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 надевай. И сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ладно, этот способ нам не подходит. Я выгляжу как дебил. У тебя там костюм был. Это мой костюм на выпускной. Чего я должен его тебе отдавать? Ты школу закончил 100 лет назад. Отдай костюм. Я его покупал на выпускной просто и да, и носил его тоже один раз. И что теперь? Ладно, все, ладно, 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 ладно. Иначе ты никогда человеком не станешь. На, держи, надевай. Я сейчас шипеть начну. Не надо мне тут шипеть. Вот. Слушай, отлично. Только желательно что-нибудь в руки взять. Попробую взять вот это зелье. Так? Ну, неплохо, но давай какие-нибудь перчатки нужны нам. Перчатки, где взять перчатки, Лень? У меня нет перчаток. О, вот, так ты выглядишь еще хуже, чем обычно. Уж лучше колой будь. Нет, Лень, давай другие перчатки. Вот. Ты реально не догоняешь, Лень. Давай другие! Давай это, блоки возьму в руки. Ага, и что, ты в школе будешь с блоками таскаться? Угу. Нет-нет-нет, Лень, короче, у меня есть... Лёнчик! Там Нубкин уже зовет тебя. Держи, надевай эту рубашку. Шея чешется, что у меня там, прыщ? Да, прыщ. Надевай! Все, отлично, блоки выбрасывай. Он уже ушел, походу, мне пора. Пока! Мистер учитель, вы, кажется, YouTube Sources пересмотрели. Да ну брось, Леня как всегда опаздывает. Ладно, у нас урок английского. Ну вот, сейчас начнется. 6 вопросов, по 2 в каждой тематике. Где-то я это уже видел. Легкие, сложные и ультра-супер-димпл сложные. Как будет кошка на английском? Даю 3 секунды. Мистер учитель, ну хватит. Да, никто из нас не знает. Кошка будет кэт. Кто угадал, ставит лайк. Чего? Какой лайк? Второе слово. Как будет солнце на английском? Солнце на английском будет... Вот зараза. Солнце на английском sun, sun, sun. Кто угадал, еще и комментарий оставьте. Напишите свое имя наоборот. Да что с вами сегодня, учитель? Можно войти? Входите. Здрасте. Извините за опоздание. Итак, начинаются сложные вопросы. Нубкин. Что здесь происходит? Ты чё опаздываешь, Лёнчик? Я тебя так долго ждал? Да занят был. Я мылся в подвале. Ух ты, крутяк. Итак, как будет «Я пойду в школу» на английском? Да что происходит? Кто там? Извините за опоздание. Здравствуйте. Лёнь, Владус, всё нормально. Это круто, что тебя никто не раскусил. Не понял. Что... О, нет. Здравствуйте, проверка на вшей. Каких еще вшей? Извините, мистер врач, но... Все футболочку поднимаем? Так вши же в голове, в волосах вроде... Зачем футболочку поднимать? Лень, не вздумай его слушаться, ясно? Понял. Ха,
Хорошее у тебя зрение, карапуз. Спасибо. Так. Чё надо врать? Зачем вы меня обнюхали? Сам в нос залетело. Считай, ещё и поел. Бардак в этой школе на уроках, бардак. Так, Лёнчик, да? Поднимай рубашку. Нет, извините, не могу. Я тоже подниму, но ты первый. Не-не-не, извините. Я сказал. Поднимай. Эй, вы чего? Стой, Лёнь! Зачем вы над ним смеетесь, заразы? Лёнь, а куда он убежал? Куда он мог у... Вижу. Лёнь, стой, подожди! Не переживай, мы решим эту проблему, Лёнь! Лёня... О, нет, он куда-то сбежал. Давай, бери трубку, Лёнь! Ну же! Ну как так-то? Ну как я мог не предусмотреть это? Какой нафиг врач? Почему он пришел вообще? Не берет он трубку. Не берет. Ладно. У меня есть один план. Есть одна идея. Мне нужно... Он мне звонит. Владус. Алло. Я тут в магазине, скинь 50 рублей. Чё? Какие 50 рублей? Зачем? Лёнь, ты где вообще? В каком ты магазине? Я сейчас приеду. Не-не-не, не надо приезжать. Я хочу купить сладости и все. А, сладости для поднятия настроения. Подожди, какие сладости ты хочешь купить? Я хочу купить ментос. Лёнь, нет. Очень хочется ментоса. Беги оттуда, беги! Да ты достал, меня никто не понимает. Какой еще нафиг ментос? Он же взорвется! Лёнь, пожалуйста, не делай этого, Лёнь! Если вы хотите, чтобы я съел этот ментос, а ментос плюс кола это пипец, то именно ты, дорогой зритель, подпишись на канал прямо сейчас, не моргнув. Даю тебе 5 секунд, уже 4. 3, 2, 1. Должен быть где-то здесь. Владус идет. У нас единственный магазин на весь город. Лёня, пожалуйста. Лёнь, выкинь эту дрянь, Лёнь, быстро. Какую? Вот. Вот эту? Да, Лёнь, вот эту! Нельзя ее есть! Особенно тебе! Да ты посмотри на меня, кем я стал! Да и что может случиться от одной конфетки? Мента! Лёнь, я же тебе говорил! Что это за звуки? Как ты посмел сказать что-то против Ментоса? Да что ты мне сделаешь, малявка? Алло! Ой. Ой-о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 й. Малявка! Стой! Я с тобой сейчас разберусь. Ты думаешь, я что, нубик в этой игре или что? Я не понимаю. Сейчас ты у меня получишь! Этого монстра я одолею очень легко. Даже глазом не моргнул. Лёнь! О, нет, тебе совсем плохо. А мне уже совсем плохо, Владус. Все газики выходят. Так, Лёнь, давай с газиками ты это, придержи их пока что. Я, кажется, придумал, что мы с тобой сейчас делаем. Уходи, бросай меня. Нет, Лёнь, я тебя не брошу. Моя крышечка уже почти открылась. Она протекает, бро. Меня не спасти. Ты мой друг, Лёнь. И кем бы ты ни был, хоть Кока-Колой, хоть Пепси, я тебя спасу! Надеюсь, Ментос все-таки сейчас поможет. Лови, друг! Я очень, очень надеялся, что это поможет. Ты был хорошим другом. И бутылочкой колы. Очень хорошей. Самой лучшей. Что ж, не видать мне больше с тобой роликов. Да что со мной может случиться? Стой!